старая, но не добрая игра «Иномен» или «Иноагентрис». Задача игрока – прошакалить игровое поле в поисках западных печенек, избежать рандомных статей Уголовного кодекса и лишения гражданства. Обновление игры можно скачать по пятницам на сайте Минюста или в тюремном магазине приложений. В прошлой версии игры «На, получи», сделанной в многовекторном формате, яйца-донаты поступали с востока и запада. В новой версии разработчики убрали западных игроков, но донаты стали поступать сразу с четырех направлений. Задача – поймать все яйца и сберечь свои. «Бродилка-сбегалка. Дом 2». Вы играете за персонажа, который из коридоров власти попал в коридоры аэропорта. Из оружия только израильский паспорт и сенаторская корочка мамы. Задача – как можно скорее пройти все лабиринты, посетить секретный уровень литовского дьюти-фри и вернуться на начальный уровень к дяде Вове. В старой версии игры «Трубопроводчик Воварио» необходимо было протянуть две трубы в сторону Европы. В новой версии труба только одна. Воварио тянет с уходом на пенсию и трубу в Китай. Ему помогают постоянное снижение цены и традиционное 8-битное мышление. А мешает босс уровня, от которого Воварио приходится спасаться. Ставьте лайки, подписывайтесь, звоните в колокольчик. Выведем заповедник на достойное место. А вот для тебя места подходящего пока нет. Ну ты там держись. Ну чего застыл? Ты ж хотел порулить.